И к другим темам. С начала пандемии на доплаты медикам Якутии власти направили более 3 миллиардов рублей. Это средства из федерального и регионального бюджетов, сообщает республиканский Минздрав. Это является очень необходимой мерой социальной поддержки медиков Якутии, мобилизованных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Их общее число сегодня в регионе составляет уже более 8 тысяч человек, добавила министр здравоохранения республики Елена Борисова. Всего с февраля для борьбы с новой коронавирусной инфекцией выделили более 4 миллиардов 700 миллионов рублей. Они пошли на стимулирующие выплаты, размещение медиков из красных зон в гостиницах, закупку средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, лекарств для лечение COVID-19, а также проведение лабораторных исследований и заготовку плазмы. Сейчас в регионе ждут еще 36 миллионов рублей. В эти выходные дни Министерство здравоохранения совместно с казначейством и, соответственно, нашими учреждениями здравоохранения работало в режиме практически 24 часов в сутки посменно. И, соответственно, в течение начала этой недели мы должны осуществить все закупы и уже приступить к осуществлению, в том числе и бесплатного лечения амбулаторных больных. Режим повышенной готовности в Якутии продлили по 31 ноября. Это связано со стабильно напряженной эпидобстановкой. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 191 жителю республики, 5 линчанам. Также медики зарегистрировали 2 летальных случая.